отличный боевой матч. Ни одна из команд не уступала, скажем так, близок плей-офф. И, наверное, это схожая игра была с плей-оффом. Они добавили немножко, реализовали свои моменты. И, к сожалению, там какие-то невынужденные ошибки произошли. Ребята наказали нас. И в то же время мы не сдались, тоже играли до последнего. И я благодарен всей команде, что все выложились до конца. Ну, в первую очередь, хотел бы поздравить нас всех с победой, болельщиков с победой. Спасибо за поддержку. Рудненские болельщики, они всегда поддерживали. Даже когда я приезжал против Горняка играть, всегда атмосфера была классная. Так что спасибо им. А по игре, что сказать? Ну, по сути, это, можно сказать, как репетиция уже перед плей-офф. Готовимся уже. Ну, у нас игры как плей-офф уже. Мы должны сейчас каждые игры стараться побеждать. Вот. Но это не означает, что мы с Хумо будем играть, возможно, и там и на мат. Ну, как пойдет, потому что загадывать сейчас еще не стоит. А так, по игре хорошо играли. Немножко, конечно, в третьем периоде, может, где-то силенок не хватило. Ну, вот. Ну, ребята показали характер. Первая шайба, первая игра за Горняк, которая стала в итоге вообще победной шайбой. Насколько важно было именно в сегодняшней игре тебе отличиться? Ну, мне важно было, потому что сезон для меня складывается тяжело. Вот, поэтому для меня это было важно забить сегодня и где-то немножко раскрепоститься. Но опять же, это благодаря моим партнерам, которые помогли мне это сделать. Спасибо им. Спасибо тренерскому штабу, который сегодня доверял, давал шансы. И поэтому пришлось отблагодарить, так сказать. Эта шайба, да, вот даст тебе уверенность именно на следующий матч? Безусловно, безусловно, конечно. Но, опять же, хочется в первую очередь выигрывать. Вот. А голы, ну, если будут забивать, хорошо, но, опять же, в первую очередь победа.